на Марине, вы просто посмотрите, я того родственник. Здесь какие-нибудь гастарбайтеры ездят вот на Сани, я не знаю, там Ярис, все остальное, новые тачки. Здесь Камри 75 это просто такси. Здесь нет никакого утиль сбора, здесь нет никакой первичной регистрации, здесь нет никакого личного автопрома, но здесь автомобили стоят, как у нас там УАЗики стоят. Вот эта Камри здесь стоит, ну грубо, 5 миллионов тенге максимум. Вот этот FG Cruiser, он тоже стоит миллионов 5, не больше, если брать тенге. Эта Камри, ее вообще здесь за 3 миллиона можно купить после таксопарка. У нас в Казахстане Passat не купишь, понимаете? Нет никакого автопрома, нет никакого утильсбора, нет никакой первичной регистрации. Все для народа. Так вот, антинародники, короче, я вам предлагаю сделать следующее. Отменить утильсбор, отменить утиль первичную регистрацию, дать нормальным людям завести нормальные машины. И срать хотели мы на ваши вот эти салоны, с которыми там по бешеным процентам впаривают китайское барахло, блин, для нашего народа. Давайте мы завезем нормальные тачки, хотя бы японского, немецкого происхождения, которые действительно можно назвать машиной, а не вот это ваше говно.